Bonjour les amis. Bonjour les amis. Мы начинаем наш следующий урок французского с шопкинсами. Сейчас мы увидим секретные шопкинсы. Давайте сначала откроем, что у нас в секретных шопкинсах. Один ты открывай, один Алис. А зубами-то зачем? Давай я покажу, как Алис. Ну так. А у меня появилось вот такое. Что у тебя? Вот такое. Что это у тебя, Алис? Покажи. Покажи. Покажи, что у тебя, Жюстин. Ух ты, у тебя, знаешь что, Жюстин, по-моему, это... Так, это какой-то овощ. Я даже не знаю, ну пускай это будет капуста, я не знаю, что это. Нам попался один секретный, вот такой овощ. Мы даже не знаем, что это за овощ. И Алис попалась вот такое вот радио. Вот такое вот радио. Я это куплю. Это сколько стоит? Это стоит 8. Хорошо, бери 8. Так, ну что, давайте теперь посмотрим остальные. А то мы посмотрели только секретные. Давайте начнем вот с первого. Что это такое у нас? Первый шопкинс, который нам попался, это пылесос. Как по-французски пылесос? Аспиратор. 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 Алис, как по-французски пылесос? Аспиратор. Окей. Следующий овощ вот такой вот какой-то. Мы не знаем, что это, но пускай это будет капуста. Если вы знаете, друзья, вы можете написать в комментариях, что это за овощ. Жюстин, как по-французски капуста? Ашу. Ашу. Капуста по-французски. Ашу. Алис, как по-французски капуста? Алис. Алис. Ау. Как капуста по-французски? Алис, как по-французски капуста? Ашу. Ашу. Вот. Спасибо. Ты меня узнала. Ура! Брык! Еще у нас здесь есть вот такая шляпка. Как по-французски шляпа? Шапо. Шапо. Алис. Как по-французски шляпа? Шапо. Скажи, пожалуйста. Шапо. Шапо. Вот у нас такое радио, которое попалось, Алис. Алис, потише немножко, не слышно меня, как ты поешь громко. Не потоньше, а потише. Как по-французски радио? Une radio. Une radio. Радио по-французски. Алис. Как по-французски радио? Вот так. Хорошо. И у нас остался последний вот такой вот предмет. Мне кажется, что это кокос. Но точно я сказать не могу. Но больше всего это похоже на кокос. Как кокос по-французски, Жюстин? Ну, а ты кокос? Хорошо. Вроде бы мы сделали все. Всем пока! Подписывайтесь на канал, пожалуйста. Au revoir, les amis.